И всем привет, с вами снова я, Эмили Мил, и это новая серия по Geom 3D, вроде первая, даже я не помню уже. Что я хочу сказать, спасибо там мне под прошлым видео написали, типа, не помню там, какой-то челик, то что там проверил проверку звука, я ему окей написал, я там проверил, это видео еще может немного отставать у меня звук опять. Ну, ничего страшного, я там еще это видео еще может, но другие уже точно не будет. Кстати, на Новый год мне родители камеру подарят, а Дед Мороз микрофон стримерский, а тетя мне подарит, получается, камеру. Да, камеру, это, типа, вебку. И стримы будут. Микрофон, все будет для стримов. Камера, GoPro, не GoPro, это за 10 тысяч. Ну, без скидки 25 тысяч. Это мне купить. Это очень круто. Так что, когда будет Новый год, ждите от меня обзор на новую камеру. И новые ролики будут выходить вместе с ней. Это будет очень круто, ребят. Точно, очень круто. Отвечаю. Ну вот пока вот снимаем вот этот видос, я с вами могу поговорить, вы смотрите, слушайте, господи. Смотрите, как тут легко взять монетку, просто вот так кверху, когда вот тут возникает блок, вот так отпускаетесь, и вот так хопа-хопа-хопа, и спускаетесь. Это вам лайфхаки от меня. Пуф-пуф-пуф. Я очень надеюсь, что в этом ролике я пройду этот третий уровень. Блин, вот нафига я там прыгнул, кто меня заставлял? Напишите, кстати, сколько вы уже прошли, я вам. А кто? А вы знаете такой уровень Extreme Demon Slender House? Его только прошли на 52%. Давайте сегодня попробуем его найти и пройти. Прикиньте, до конца сейчас пройдем. Никто не прошел. Вообще, подождите. Реально, Slender House. Вау. Так, куда тут? Подождите. Экстрим демон. Экстрим. Слендер. Хаус. Вроде как-то вот так пишется. Блин. Чуть не могу найти. Или она не так пишется. Я что-то не разбираюсь немного. А давайте свою карту создадим. А это типа чьи-то карты. Давайте вот эту попробуем пройти. А что это? Я даже... Господи. Мне кажется, на 2% я эту карту и пройду. Напишите в комментах, как строить карты, а то я что-то не помню. Помните, мы строили? Пау. Ну, видимо, дальше эту карту 2% и не пройду. Да. А, я понял, там можно об стенку. Хоп. А чё так сложно? Либо я играть не умею, либо у меня что-то лагает. Не, все. Сложно для меня. Вот это попробуем. Серьезно? Вот так. Топ-пам-пам. Это обычно, типа. Сейчас я, ребята, покажу, какие уровни я уже... мы уже снимали, помню, Geom 3D, я вроде показывал.
Хопа, можно так тупо половить. Вот так чисто. Да. Ладно, вот первый прошел, второй прошел, третий почти прошел, четвертый почти прошел. Вот сейчас вот этот прошел. Этот почти прошел Finger Dash. Вот так. Я помню, как я прошел Finger Dash на 75%. Это было вообще фиаско. Это было эпик шел. Просто эпик. Вот этот... Как там? Я... Вот этот прошел Доминатор. С тремя звездами, между прочим. Этот довольно легкий был уровень. Такой. Ладно. А вот это что? Я даже не пробую его проходить. Вот это вот демон. Лучше бы сделали вот этот демон, чем те. Господи! Это очень сложно этот уровень проходить. Там надо прям моторика должна быть. Так, вот этот драйв-аут. Чисто я прошел на 95%, меня позвали кушать. Ладно, шучу, я тогда был на гимнастике, и меня тупо отвлек тренер. Сказал, что задротите, идите жонглируйте. Ну, я такой, короче, тупо отвлекаюсь, и на 95% меня нету. Да, так, все, надо сосредоточиться мне. Моя проблема, что я хочу пройти сначала более сложный. Так, ну давайте уже попробуем пройти этот уровень. Я вот развиваюсь со сложных уровней, потом легко прохожу обычные уровни, типа. Пам-пам-пам. Кстати, может здесь это... Создайте, я для вас предлагаю челлендж. Создайте свою карту, назовите Емил8 как ник мой в Ютубе. И я в следующей серии буду проходить. Да, обязательно. Пам-пам-пам. Прям для меня создайте, чтобы я в ролике или на стриме могу пройти. Когда стримы... На телефоне я не могу стрим запустить. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Пам. Вот так чисто. Пам. Блин. Вот не могу пройти вот там. Это очень сложно, типа, для меня. Сейчас плохану немного. Пам-пам-пам. Пам. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Помните, я выпускала видео «Суть тренда моргай под бит»? Моргаем. Пам-п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 ам. Моргаем, потрендовать ее. Я не моргаю. Пу-пу-пум. Хопа. Хопа. Хопа, хопа. Звездочки все поднимаем. Ну блин, ну сейчас было прям вообще плохо. Давайте еще потренируемся на сложных. Пам. Это чисто джампер. Это чисто тут прыгать. Если это чисто вот так будет всю игру вот так вот прыгать, то я в принципе и пройду. Но это сложный уровень. Интересно, а подождите, а эти уровни игроки создавали или разработчики? Разработчики, наверное. Типа первые игры эти. Свендерхаус вроде тоже разрабы сделали. Вроде бы. А давайте попробуем в следующей серии. Я разберусь, как создавать уровни. И сделаем сложнее уровень, чем Свендерхаус. Если это, конечно, возможно. А это, скорее всего, возможно. Пам-пам-пам-пам.
Я не понимаю, как у меня сложный получается прах. Зачем я тут прыгал? Так, стопа. Finger dash нечаянно нажал. Ладно, попробуем. Вот это музон для игры мне больше всего нравится. Пам-пам. Меня отвлекли. Ладно, на этом будем заканчивать. С вами был я, Эмили. Давайте последний раз. Чисто попробуем. Короче, прикол. Прикиньте, сейчас пройдем. Так все, сосредоточен. Блин, зачем я прыгнул? Я надо было там монету подать. Господи, я почти прошел. Ладно, все. Кстати, у меня таких есть. Смотрите. 5 штук. Мне не хватает Geom 3D 2.2. Я не могу его скачать. Ладно, всем удачи, всем пока-пока.